Перестрелка в поселке под Уфой. Там видеорегистратор запечатлел выяснение отношений между водителями нелегальных маршруток и представителями официальной транспортной компании. Вот эти кадры. Два десятка крепких молодых людей приехали поговорить на пустыре рядом с базой отдыха. После словесной перепалки хватаются за оружие, в руках автоматы и пистолеты. Прячась за автомобилями, они открывают огонь друг по другу. Отстреливаясь, участники разборки отступают, завязывается рукопашный бой. Упавшего в снег избивают ногами. В результате перестрелки были ранены 8 человек. Оружие оказалось травматическим. Противоборствующие стороны спешно скрылись на своих автомобилях, а сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Правда, только по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых в стрельбе возле базы отдыха и изъяли травматическое оружие. Судя по всему, причина конфликта – попытка передела рынка пассажирских перевозок.